Прошли ежегодные соревнования по лыжным гонкам. Они посвящены памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В этом году лыжня прошла по Тамилинскому лесопарку. С участниками пообщались мои коллеги. Перед стартом разминка, провела зарядку и поддержала участников бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. Спортсменка в начале 2000-х училась у олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Алексей Прокуроров был профессиональным спортсменом, чемпионом мира Олимпийских игр. И я тренировалась у него пару лет. К сожалению, он погиб. Он был всегда очень добрым, обзывчивым человеком. И человеком, который любил учиться и применять это на практике. Первыми на старт вышли ученики школ городского округа. В этот день их забег составлял 2 километра для младших и 3 километра для старших классов. В соревнованиях принимали участие дети старше 10 лет. Сегодняшний забег прошел идеально. Я думаю, что каждый год буду сюда на эти соревнования приезжать, так как здесь все хорошо, трасса отличная. Бежал я среди 8 классников, потому что мой тренер считает, что слишком мне легко бежать среди других. Был у меня один достойный соперник, который мне не по годам. Ну вот я второй, он первый. В категории мастер за призовые места участники получили денежные призы. Дистанция для профессионалов 5 километров. Первым к финишу пришел лыжник под номером 45 Валерий Серебряков. Было тяжело, на самом деле. Очень скользкая трасса, но быстрая. Тяжело, знаете, стоять, баланс ловить. Потому что лед, а так есть интересные подъемы, очень крутые повороты. Я любитель. И часто участвую в подобного рода соревнованиях. После забегов спортсмены и зрители могли согреться чашечкой горячего чая. Соревнования по лыжным гонкам в Люберецком округе проходят в 33-й раз. Всего собралось около 600 спортсменов. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.